Одни находят осень поэтичной, других она вгоняет в тоску, а еще есть люди, которые с особенным волнением ждут сентября и готовятся к нему заранее, заботливые родители учеников. На них лежит ответственная миссия – собрать портфель младшеклассника, купить форму и еще кучу всего необходимого для спорта, творчества и воспитания. С годами и опытом процесс становится проще, а некоторые мамы и папы даже выходят в отличники по предмету экономии семейных средств, без ущерба качественному шопингу. Магазин «Карикид» заготовок к школьному сезону. Мы можем предложить и рубашки для ребятишек в школу от 349 рублей. Также канцелярия теперь от 2,5 рублей. Школьнику на учебный год понадобится минимум 7 пар обуви. Математика такая. Обувь для улицы, сменка, кроссовки, нарядные туфли. Плюс еще учитываем разные сезоны и погодные условия. Получается внушительная сумма, так что планируйте расходы заранее и устраивайте обстоятельную примерку. Магазин «Зендон» приглашает вас за школьным ассортиментом. У нас приятные цены и большой выбор. Обувь выполнена из разных материалов, и мы можем подобрать модель на любой бюджет. Пару школьной обуви можете приобрести по цене 599 рублей. Совершив сложный марш-бросок по магазинам, можно позволить себе перерыв. Отправляемся за приключениями на цокольный этаж. В развлекательном меню лабиринты, перевернутые комнаты, командные состязания и множество удивительных вещей. Можно сплотить класс или нескучно провести праздник. Наша компания «Третья планета» уже работает 4 года. За это время мы провели более 1500 дней рождения. Наша компания специализируется именно на предоставлении квестов для подростков и разных аттракционов для этого возраста. Поэтому ждем всех. А по промокоду «Shoppingid» мы приготовили специальную скидку 25% до 15 августа. Успевайте, друзья! Здорово, что в одном торговом центре можно не только совершить необходимые покупки и отдохнуть, но и поддержать хорошую экологическую инициативу. ТРЦ «Фаворит» стремится быть полезным и нужным для наших посетителей, для нашего района и для нашего города. Совсем недавно у нас появился «Гринбокс», где теперь можно ставить энергосберегающие лампочки, батарейки и неработающие зарядки телефонов и гаджетов. Подробности в группе ТРЦ «Фаворит» ВКонтакте. Еще на третьем этаже можно сдать ненужные вещи тем, кто в них нуждается больше. Упаковывайте одежду в пакет и опускайте в картонный бокс. Мы за разумный взгляд на потребление и только удачные покупки.